Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер для любителей криптовалюты. Сегодня у меня три новых крана по сбору Ethereum, Litecoin и Dogecoin. С этих двух я собрала краны без таймера и вывод инстант на Faucet Pay. И здесь следите, друзья, на балансе на всех трех кранах. Давайте перейдем к сбору. Сюда вбиваем адрес, привязанный к Faucet Pay, и дает нам 262 сатоши Ethereum. Значит, и нажимаем логин. Разгадываем капчу. CHPALL и антибот. Нажимаем Very Captcha. Далее опускаемся ниже. И Go to Shortlink. Перебрасывает нас на страничку. Ждем, пока страничка загрузится. Сейчас подождем. Весь экран у нас на рекламе. Разгадываем капчу. Нажимаем на синюю вкладочку. Далее ждем 5 секунд. Страничка загрузится. Отсчет времени идет. Get link. Так, что-то у меня не получилось. Шортлинк опять. Жду несколько секунд, по новой ввела капчу. Готлинк. И 263 сатоши Ethereum ушло на Faucet Pay. Значит, Ethereum нам дает 263 сатоши. Ссылочка в конце странички. Litecoin нам дает 986 Litecoin на Faucet Pay. Ой, на Faucet Pay. Ссылочка в конце странички. И Dogecoin нам дает вот столько Dogecoin сатоши. Переходим на Faucet Pay. Я перезагружу страничку. Вот Ethereum Faucet, 263 Ethereum, прибыло на Faucet Pay 24 февраля. И также вот Litecoin я выводила, 986 Litecoin и 0.28 догов на Faucet Pay 24 февраля. Ну вот вчера я собирала на кране, также эти краны я добавила в свой блог криптовалюта, криптокраны, вот они. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.